В Гродно подвели итоги республиканского конкурса профмастерства сотрудников кадровых подразделений. 4 дня за звание лучших в личном и командном зачете боролись 9 команд из всех регионов Беларуси. Участники чемпионата проходили испытания по строевой, огневой и медицинской подготовкам, демонстрировали физическую форму, соревновались в силовых упражнениях и беге, показывали навыки владения боевыми приемами борьбы, а на экзамене по психологии – уровень профессионального общения и креативности. Победители получили награды. В командном зачете первое место занял департамент охраны. Торжественная церемония прошла на Кургане Славы. Это 8-й конкурс, и с каждым конкурсом участники всегда проявляют себя достаточно на высоком профессиональном уровне. Надеюсь, что это и в дальнейшем будет таким образом продолжаться. И вот все вопросы, которые сегодня, которые на протяжении всего этого конкурса профессионального мастерства совершенствовались, они помогут в дальнейшем в службе, чтобы личный состав наш был таким же примерно, вот как эти победители сегодняшние, которые отличаются и профессионализмом, и способностью выполнять любую задачу, не только как кадровый работник, но и как обычный патрульный милиционер.